Добрий вечір. У ефірі новини для тих, хто цікавиться станом економіки свого регіону. У щотидньовій програмі «Економічна довідка» ми ділимося актуальною інформацією по різних напрямках. Глядіть у випуску. Білорусьбанк уводить комісію за прийом платежів наявними грошима. Довідаємося, об якої сумі йде розмова і куди накерують виручені гроші. До запуску новой вытворчести худко приступить на гомельском предприемстве «Полидрил». Одиным в регионе вытворцы пластиковых деталей для сельскохозяйственной техники. Об якой продукции идет размова, расскажет керавництво товариства. У системе жилево-коммунальной господарки черговые изменения. С 1 кастрычника господары незаселенных жилья будут платить за воду по-новому. Як будет налишаться оплата, растлумачит эксперт. І наприкінці програми – традиційне знайомство з ценами на садовину і огородніну на ринках Гомеля. Білорусьбанк вводить комісію за прийом платежів наявними грошима. Таку оплату почнуть брати уже з 1 жнівня. Її помір – 1 деномінований рубель або 10 неденомінованих тисяч. Причому ця сума фіксована і не залежить від такого фактору, як кількість одночасових платежів. Керівництво Білорусьбанка вирішило, що всі виручені гроші будуть потрачені на доброчинність. Однако специалисты докладывают, что при проведении аналогичных платежей с использованием банковской карты у кассы банка комиссию не возьмут. Новое введение так само не будет тычиться ветеранов Великой Отечественной войны. А кроме того, не треба ее платить при ажитявлении некоторых платежей у бюджет, а так само при выполнении обязательств перед банком. Это погашение кредита у платежей за послуги банка. Так само у списке залечения на доброчинные рахунки и рахунки особ, открытые в Беларусьбанку. У системе жилево-коммунальной господарки черговые изменения. С 1 кастрычника господары незаселенного жилья будут платить за воду у залежности от площади квартиры. Нововведение будут тычиться на лишение платы за послуги водозабеспечения и водоотведения у жилых помешканиях, где не установлены лечильники, при отсутствии зарегистрованных громадян. Зараз объем зарасходованной воды у таких квартирах будет вызначаться, заходячи с нормы споживания. Так само будет вылечаться умовная колькость громадян. Для этого площу поделят на 20 квадратных метров с уликом округления у меньший бок до целой личбы. Оплату возьмут по тарифах, которые обеспечивают полное вертание экономично обоснованных затрат. По приблизных подликах сумма будет утроя больше, чем с лечильниками. Это значит, что после уступления у силу изменений, тем, кто ожидает платить только за фактично спожитый объем воды, треба будет установить такие приборы и заключить договор на водозабеспечение и водоотведение. Граждане, которые не установили у себя счетчики и при этом имеют технические возможности для их установления, при отсутствии проживающих в данном помещении зарегистрированных, начисление платы будет осуществляться за пользование водоснабжением и водоотведением, исходя из условного, скажем так, количества проживающих в данном помещении. То есть условное количество проживающих, то введено новое такое понятие, оно предусматривает, что если, ну, предположим, в квартире, квартира у гражданина 50 квадратных метров, то предполагается, что на одного жильца должно относиться 20 квадратных метров общей площади, соответственно, в данном помещении предполагается, что проживает 2 человека. Исходя из этого, будут начисляться платежи за пользование водоснабжением в соответствии с нормами, утвержденными горосполкомом, и оплачиваться будут по полной стоимости, то есть обеспечивающей полное возмещение затрат жилищно-коммунальных организаций. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день стоимость водоснабжения и водоотведения порядка, наверное, в 3 раза выше по, скажем так, тарифам, обеспечивающим полное возмещение по сравнению с субсидируемыми тарифами. А кроме того, изменений тычатся и оплаты за техобслуживание лифта и уборки мест огульного крыстания. По такому же принципу будут начисляться платежи по обслуживанию мест общего пользования, по санитарному содержанию мест общего пользования, также по техническому обслуживанию лифтов и по освещению мест общего пользования. До інших тем. До запуску нової витворчості худко приступить на гомельському предприємстві «Полідрил». Одиним у регіоні витворці пластикових деталів для сільськогосподарчої техніки. У планах випуск термопанелів, які будуть запотребовані у будівництві.
Гісторыя прадпрыемства Полідрэў пачалася чвэрць стагоддзя таму, калі тут працавалі некалькі чалавек. А зараз гэта 5 цэхаў і звыш 300 работнікаў. У асартыменце прадукцыі некалькі тысяч найменняў вырабаў, запатрабаваных на беларускім і расійскім рынках. Сярод асноўных пакупнікоў – Гомсельмаш, МАЗ, БелАЗ, Амкадор, ЛіАЗ і Рассельмаш. Узровень якасці дазваляе смела выходзіць на еўрапейскі рынак. Але ж гэтая ніша занятая сваімі вытворцамі і далучыцца да іх практычна немагчыма. Наша прадукцыя дастойная. То есть мы производим ее абсолютно на высокотехнологичном современном оборудовании. На точно таком же оборудовании делаются детали для таких компаний, как Mercedes, Audi там, и так далее, Volkswagen и даже там, Airbus. Абсолютно такие же станки, как у нас стоят. Зараз на прадпрыемстве вырашылі пашырыць асартымент і наладзіць выпуск прадукцыі для будаўнічай галіны. Інвестпраект атрымаў адабрэнне на рэспубліканскім узроўні і будзе рэалізаваны да канца будучага года. Дзякуючы яму працоўныя месцы атрымаюць звыш паўсотні чалавек. У нас несколькі сейчас в работе инвестиционных проектах новых. Один из них принципиально новый – это наша собственная разработка. Она лежит немножко в стороне от нашего основного направления производственного. Это будущий строительный материал, так называемая термопанель «Билань». Она будет использована и востребована в строительстве. Это декоративный утеплительный материал. Зразумела, кризис негативно отбился и на экономичном стане Полідрэва. Але для стабилизации ситуации тут начали принимать неординарные меры. Напрыклад, укаранілі камп'ютарызаваную сістэму арганізацыі вытворчасці. Дзякуючы гэтаму павысілася прадукцыйнасць працы. Для мяне паказатель – это производительность труда. В нашем предприятии внедрена вертикальная сплошная система компьютерного учета, производства. Все заказы идут от заказа до склада готовой продукции, все через компьютер. Рабочий знает свою зарплату ежедневно. Сколько он заработал. Это позволяет увеличить производительность труда. Ну, вот за последние 3 года производительность труда на нашем предприятии увеличилась примерно вдвое. Благодаря внедрению вот этой компьютерной системы организации производства. А гэта ў сваю чаргу дазваляе зніжаць сабе кошт тавараў больш эфектыўна, чым эканомія на сыравіне і паліўна-энергетычных рэсурсах. Працягваем выпуск. За першае паўгоддзе цэны ў Беларусі выраслі прыкладна на 7,5%. У чэрвені інфляцыя склала 0,4%. Лідарамі падаражання ў мінулым месяцы сталі паслугі, кошт на якія вырас у сярэднім на 0,8%. Харчовыя тавары ў чэрвені павысіліся ў цане на 0,4%, а з пачатку года больш як на 5,5%. У параўнанні з леташнім чэрвенем амаль на 10,5%. Нагадаем, у маі інфляцыя склала 0,5%. Больш заўважна цэннік змяніўся на садавіну і агародніну з-за сезонных ваганняў. Як плануе ўрад, інфляцыя сёлета не павінна перавысіць планку 12%, у наступным 9% і да 2020 года знізіцца да 5%. Што да канкрэтных лічбаў, то сёння мы раскажам вам, як змяніліся цэны на садавіну і агародніну на цэнтральным і давыдаўскім рынках за тыдзень. Кілаграм бульбы патаннеў на 10 капеек. Зараз на давыдаўскім яе можна купіць усяго па 25 капеек. Максімальны кошт 90. Буракі на абодвух рынках каштуюць прыкладна аднолькава, каля рубля. Капуста ад 50 капеек. Цана на агуркі пачынаецца ад паловы рубля. Прычым на давыдаўскім рынку іх можна знайсці нават па 9 капеек. Памідоры тут ад 1,5 рублёў. Патаннелі баклажаны. Сярэдні кошт 2,5 рублі. Чарэшні больш танныя на цэнтральным ад 5,5 рублёў. Чорныя парэчкі больш выгадна купіць у цэнтры. Тут яны 3,5 рублі, на давыдаўскім 4. Таксама на рынках з'явіліся слівы, кілаграм каля 1 рубля. Цэны на гэтыя і іншыя прадукты ў табліцы. На гэтым сённяшні выпуск завершаны. З вамі была Марына Сівер'янова. Як заўсёды, сустрэнемся роўна праз тыдзень.